Я попробую, постараюсь обобщенно говорить и долго не задерживать. Да, моя тема, как вы видите, мифическое небо в балтийской мифологии. Этот образ универсальный и весьма древний. И так, обобщая данные балтийской мифологии, можно сказать, что многое имеет сходство с нашими ближними соседями, со славянами, с германцами. Вот, имея в виду эту тему, и имеются параллели с древнеиндийской традицией и даже можно сказать, что мы находим некоторые реликты, которые могут иметь связь с индоевропейской духовной культурой. Конечно, все эти сегменты, эти элементы содержания, они неоднородны, и иногда они говорят одное, и другие, а других, из других можно судить совсем другие вещи. Во-первых, слово «дангус» — «небо». Этимология. Литовское слово, обозначающее небо «дангус», также «дангус» и в русском, и происходит от «денгте» — «покрывать». В латыши совсем по-другому называют небо «дебес». На литовском языке «дебесис» обозначает не небо, а просто часть неба, облака. Значит, семантически «дангус» связан с понятием «покрывать». И такое понятие, понятие неба, проходит не только в языке, но и в литовском и латышском, также в фольклоре. Ну, например, из загадки «Юдам котеля жирный вода, дангу жвигдес, в черном котле горох варится, звезды на небе». Котел обычно имеет крышку, и он замкнут. Славяне описывают небо как колпак, как крышу, потолок, накрывающий землю. О небе, как о крыше, говорится и в литовских загадках. Pilnas stogas langelių, visi pro juo žiūri ir nieko nemato. Žvaigždės ir dangus palna krišą košak. Все в них смотрят и ничего не видят. Звезды и небо. Значит, когда-то западные и отчасти восточные балты, судя по этимологии и фольклору, считали, что космос замкнут, с двух сторон вертикально закрыт двумя плоскостями — землей и небом.
Дальше такой, такой важный вопрос, который надо было бы обсудить, это небо как Бог. Мы вчера немножко говорили о как возникла идея Бога и как сочетается идея Бога с небом в балтийской мифологии. Бог по-литовски «дьявос», похоже, или в латышском «дьявс», в русском «дейвис». И как мы знаем, это слово индоевропейского происхождения. И происходит «теус», а потом «теи» значит «светить», «сверкать». Значит, небо, то есть Бог – это что-то светящее, что-то сверкающее. И балтийские данные явно это показывают. Многие балтийские боги были связаны с небом. Но можно выделить один, который более ярко представляет небо. Это бог грома, Перкунас, который и Перкунас имеют и латыши, и прусы. И он был не только связан с небом, но когда-то, по некоторым гипотезам, и сам мог означать небо. Перкунас, как громовержец, его деятельность показывает некоторые другие свойства балтийского неба. Мы знаем, что типичный весьма архаический образ, который был знаком древним индусам, оставил следы и в языке Авесты, было каменное небо. Мы не можем говорить, что в балтийской мифологии действительно было каменное небо, но что каменистое, так не можем сомневаться. Бог Перкунас, который был локализован на небе или поднебесье, представлялся как имеющий орудие камень, как едущий по небе, на небе по каменистой дороге с повозкой полной камней. Эти камни иногда сыпаются, и тогда начинается гром. Мы имеем множество поверий, связанных камней с Перкунасом. И не только литовские, но и латышские. Так что сомневаться в этом не стоит. А, еще другая.
Так что балты отчасти выдержали представление о небе, если вывод и не о каменном, но каменистом, о поверхности, где много камней, которыми манипулирует в небесном пространстве локализируемый Бог. Да, еще одна такая подтема, которая иллюстрирует балтийское представление неба, небесное пастбище. Отражением древнего мифического мировоззрения следует считать и то, что на небе нередко воплощаются зооморфные реалии. Говоря метафорически, небо — это поле, пастбище с овцами, то есть звездами, пастухом, месяцем, а облака представляются быками или коровой. Здесь примерно приведены. Облик животного может приобретать и месяц. Он обычно бык, конь, жеребенок, теленок. Солнце обычно является животным женского рода, овечкой или коровой. Сарканага, здесь солнце, такой пример. Сарканага готина, пурубрен, латышская сауле, красная коровка, по болоту бредет солнце. Перкунос также мог иметь зооморфный облик быка, коровы, коня. Уж трию колну яутес бауга перкунья, за тремя горами бык ревет, гроза. Ну и больше здесь есть примеров. Эти ипостаси перкуноса можно сравнить с древнеиндийским Индрой в образе быка. В Ригведе это об этом это, так описывается Индра. Итак, облака, солнце, месяц, перкунос, имеющие зооморфные соответствия, это уже целое небесное стадо, в кавычках. Зооморфные образы на широком горизонте неба, как на пастбищах, полях, лугах. Для животноводов, какими когда-то могли быть первые индоевропейские племена, были обычными и актуальными реалиями. Подняв головы вверх и глядя на небесные высоты, они в них видели отражение своей жизни и характерного для нее окружения. Образ неба как пастбище с пасущимися на нем животными был хорошо знаком еще древним индийцам, также многим славянам. В русском, украинском, сербском лексическом диалектном материале как раз развивается мысль, что облака, прежде всего тучи, это быки или коровы. Никита Толстой утверждает, что исследуя мифологемы этого типа, обязательно надо иметь в виду родственные традиции. Уровни неба. В балтийской мифологии сохранился образ неба, имеющий несколько уровней. Эти уровни расположены иерархически, и высший из них соответствует состоянию благодати или вершине
безусловной славы. Юкубас Брудовскис во второй половине XVIII века записал в своем словаре выражение «трячас дангус» – «третье небо» и «тряча дангу поимтас» – «на третье небо взятый». Хотя лексикограф и не комментирует их значение, но по контексту можно судить, что в древних балтийских поверьях существовало понятие третьего неба. Тем более, что это подтверждается Ригведой. В ней говорится о трех небесах. Два из них являются приютом солярного бога Савитара. Третье – владыки умерших, королевство Ямы. Таким образом, небо может охватывать не только мир светил, но и мир тьмы и умерших. В литовской и латышской традициях небо разделено также на 7 или 9 плоскостей. В литовском языке известно выражение «септентана дангуя цидурти» – «оказаться на 7-м небе». Или есть немало выражений с словосочетанием «девинтас дангус» – «девятое небо», «девини дангус» – «головое поседаре», «девять небес» – «в голове стало». Темы общения с небом доступно в иной мир на небе, дополняет понятие небесных ворот. Латышские «Дебес варты», литовские, по-литовски «Дангоус варты». Это ворота в ту небесную зону, которая связана с Богом и умершими, то есть со сферой иного мира. Их открытие происходит ночью, а закрытие связано с атмосферным явлением, блеском молнии. Здесь приводится латышский пример. Я прочитаю только перевод. Небесные ворота обычно открываются ночью. Словно молния разделяет небо пополам, и тогда появляется ослепительно яркий свет. Через мгновение небесные ворота снова закрываются. В литовском фольклоре на небо чаще всего впускает апостол Петр, проникший в народные верования. Случается, что он изображается сверкающим. Дело в том, что святой Петр может быть и трансформацией громовержца. Вот такой пример. Когда сверкает молния, то святой Петр стоит у небесных ворот и раскалывает кремень, чтобы зажечь огонь. Естественно, встает вопрос, не являются ли небесные врата христианским понятием. Однако надо иметь в виду то, что реалия ворот с небесными телами свойственна и фольклорной традиции. О таких воротах, словно другой реальности, поется в латышских и литовских песнях. Через них проезжают мифические существа. Существа с небесными светилами. Ой. Нет примера этого. Э,
Да, я думаю, что и в славянском фольклоре таких примеров тоже есть. Но эти ворота уже чаще всего на земном пространстве. Но все-таки через них могут пройти небесные светила с мифическими персонажами. Так, еще сакральность неба. Поднять голову, устремить взгляд в небо для человека прежних времен в его повседневной жизни было естественным, обычным и даже обязательным. Потому что он видит над собой, предсказывалась погода, даже делались прогнозы на другие времена года, да и вообще это нередко было связано с мантикой, предсказанием будущего. Кроме того, что было сказано, небо, был ли это восход или зарево заката, или освещенные молнией облака, или тихая звездная ночь пробуждала и у наблюдающего их человека переживание религиозного характера. Оно соответствует характерным чертам сакрального объекта и происходящих в его окружении сакральных феноменов, которые описал немецкий религиовед Рудольф Отто в первой половине XX века. Сакральность неотделима от таких религиозных переживаний, как маестас, ошеломляющего величия и бесконечности, одновременно и сверхъестественности, мощи, энергии. Также она является и мистерием, тайной, коррелирующей с тем, что является das numinose, то есть божественным. Таким и оказывается наблюдаемое человеком с древних пор небо, бескрайнее, необъятное и бесконечное, а также имеющее таинственную, непредсказуемую великую силу, которая может проявиться как разрушительная стихия или как чарующее чудо. Мощь и мистика неба пробуждали в человеке уважение, выражаемое традиционными обрядами и обычаями общины, а также целой системой табу. Поэтому по отношению к небесным делам и явлениям существовали определенные нормы поведения. В традиционном обществе было принято, обращаясь к солнцу, молодому месяцу, или видя на небе сверкающую молнию, снять шапку, поклониться. То есть выполнить действие, означающее благосклонность почитаемому объекту. В широко распространенной в Литве песне «Жатвы ржи» на склоне дня отец, поднявший шапку, словно выполняя священный обряд, просит солнце зайти. Прочту только перевод. Ходил батюшка по тропинкам у ржаного поля, просил солнышко без шапки, без шапочки, опустись, солнышко, на западе, на раннем, чтоб моя дочка отдохнула. Это правило поведения, как я уже упоминала, существовало и по отношению к месяцу.
как увидишь молодой месяц, то бывало, отец снимает шапку, крестится и говорит: «Молодой месяц, небесный королевич, ты осветил небо и землю, освети мое тело». Похожим образом вели себя и при грозе. Однажды трое мужчин сидели на одной скамье в избе, и средний из них был в шапке. Так как ударил Перкунас, так того в шапке и убил, а его друзья остались живы. Таким образом, в алтийской мифологии сохранился образ неба как бога, как каменистой поверхности, как пастбище, как пространство, имеющего несколько уровней и даже ворота, как физического и духовного света. Небо, с одной стороны, представлялось как неделимое целое, трансцендентное, бесконечное пространство, охватывающее верховную сферу мифологического мира, а с другой стороны, в этой будто бы единой небесной плоскости выделялись небесные тела, которые одушевлялись и считались самостоятельными мифологическими персонажами или их атрибутами. Спасибо за внимание. У меня такой небольшой вопрос, потому что были отдельные слайды. Небо как небесное пастбище. Имеете ли вы примеры, в которых небесные пастбища понимаются как мир мертвых? Но имею в виду индоевропейскую мифологию, известную. Есть такие люди? Пухвелл и Норберт Свелюс поднимали этот вопрос, что мертвые могли воображаться как животные. И здесь тоже мы имеем какой-то мифологический мир, где пасутся животные. Да еще должна была бы прибавить, что в небе действительно не только в подземелье, но и в небе был и потусторонний мир. Так что это логически это может совмещаться. Да, я не имела времени, но Даусос, другой мир в небе, это уже знакомый такой образ.